И к другим новостям. Сегодня значимый день для нашего региона. 4 марта 1919 года была образована Царицынская губерния. А позже, в 1968, в этот день был утвержден герб Волгоградской области. К этой дате ученые региона подготовили сразу несколько книг по истории нашего края, вышедшие в серии «Царицын, Сталинград, Волгоград». Переоценить значение новых сборников трудно, говорят ученые. Это собрание подлинных и уникальных документов, которые свидетельствуют о жизни Царицына и Сталинграда. Мы брали все то, что должно быть помочь раскрыть историю нашего региона и сыграть определенную роль в патриотическом воспитании. Например, среди новинок – восьмой том научного ежегодника «Стрежень». На его страницах – статьи местных авторов об истории, географии, экономике Волгограда и области. Еще одно издание – «Царицынские и Камышинские уезды» в описаниях краеведов. Работа над ним приняла поистине всероссийские масштабы. Для того, чтобы собрать достоверную информацию, его составителям пришлось посетить немало архивов в других регионах страны, так как весь документальный фонд Царицына и Сталинграда был практически полностью уничтожен во время Великой Отечественной войны. Война имела крайне негативное значение, поскольку были уничтожены многие архивы, многие архивные документы, сгорела большая часть книжного фонда нашего города. Материалы этих книг, а также ряда других изданий будут размещены на специализированном краеведческом сайте. Он заработал в декабре минувшего года и сейчас полным ходом идет его наполнение. Портал задумывался как площадка для обнародования достижений волгоградских ученых. Кроме того, здесь содержится календарь памятных дат нашего региона.